Здравствуйте, друзья! Сегодня мы располагаемся в городе Старый Крым. Источник целителя Пантелеймона. Древний источник, особо почитаемый в народе. Вот сам источник. А вот часовня. Красивые, удивительные места, сам город Старый Крым и окрестности, в бывшем столице Крымского ханства. Церковная лавка, сейчас она закрыта. Вот мы видим окрестности города. Стоят лавочки для отдыха паломников, туристов. Здесь также в летнее время работает купель. Она небольшая, работает она до обеда летом. Вода в нем святая, проточная, самого источника целителя Пантелеймона. Вот она сама купель. Но сейчас она закрыта. Такой небольшой бассейн. Спасибо вам за просмотр, друзья. Здоровья вам самого главного и добра. До свидания.